А теперь о киноискусстве. 2016 год объявлен годом российского кино. Министерство культуры России проводит новую акцию. Это своего рода аналог уже завоевавших популярность «Ночь искусств» и «Ночь музеев». ЦУМ и Архангельская региональная молодежная организация «Школа кино Инфильм» приглашают северян на общественный кинопросмотр. Фильмы в рамках акции «Ночь кино» выбрали сами россияне голосованием на официальном сайте Года российского кино. Победителями стали ленты «Легенда номер 17», «Батальон» и «Смешарики» и «Легенда о золотом драконе». В Северодвинске кино покажут бесплатно. На экране у ЦУМа 27 августа в 20:00 можно будет посмотреть «Смешарики. Легенда о золотом драконе. Легенда номер 17». «Батальон» в 00:30 в кинотеатре «Родина».